12 апреля президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев принял заместителя председателя Палаты представителей парламента Малайзии Сери Рональда Кианди. Проинформировав о созданной в парламенте Малайзии группе дружбы с Азербайджаном, Сери Рональд Кианди сообщил, что впервые совершает визит в Баку, рассказал о роли состоящей из 8 депутатов межпарламентской группы дружбы Малайзия-Азербайджан в развитии связи между законодательными органами наших стран. Гость отметил значение взаимных визитов с азербайджанскими коллегами, указав, что Азербайджан является важным партнером для его страны. Сери Рональд Кианди оценил деятельность малайзийской компании «Петронас» в нашей стране как хороший пример двусторонних связей. Президент Ильхам Алиев с удовлетворением вспомнил официальный визит премьер-министра Малайзии Мухаммада Наджиба Туна Абдуль-Разака в Азербайджан и плодотворное обсуждение в ходе проведенных встреч. Отметив, что связи между Азербайджаном и Малайзией имеют важное значение для обеих стран, глава государства подчеркнул, что эти связи развиваются в различных областях, в том числе политической, экономической и других сферах. Президент Ильхам Алиев отметил, что имеются хорошие возможности для развития сотрудничества между нашими странами в области инвестирования, высоких технологий, туризма и другие. Отметив успешную деятельность малайзийской компании «Петронас» в Азербайджане, глава государства сообщил, что компания обладает крупной долей в одном из важных проектов в нашей стране. Подчеркнув, что Азербайджан и Малайзия являются дружественными странами, президент Ильхам Алиев сказал, что обе страны постоянно поддерживают друг друга в рамках международных организаций. Коснувшись значения межпарламентских связей, глава государства выразил надежду на то, что визит в Баку заместителя председателя Палаты представителей парламента Малайзии создаст хорошую возможность для более активного взаимодействия. Yeah.